Михалыч, давай. Так, рецепт пирога, собственно. Вы берете 3 яйца, сначала взбалтываете яйца и постепенно добавляете сахар. По чуть-чуть. И измешиваете. Я вот последний раз, первый раз делал вилкой, пиздец вообще. А, даже не вилкой. Надя, короче, принесла миксер, но лопасти у миксера были такие, знаешь, как эти... Завертелки для взбивания тручевого теста. Я ебался на часа полтора с этой хуйней, в итоге вилкой перемешал. А потом она принесла венчик. И, собственно, берете венчик или миксер, но не спиралеобразные, блять, лопасти. Собственно, взбиваете сначала. Шарлотка удалась! Последний раз такая хуйня получилась, а предыдущий еще хуже.